Итак, я тут подумал и решил, может нам попробовать одну рейтинговую игру. Это будет жестокая битва. Одна рейтинговая игра. С супер в кавычках колодой. Против мега задротского профи. Вот он и нашелся. Мастер-новичок. Это как понимать? Окей, Джайна, Джайна. Окей, чувак тоже 25-й. Курица, курица. Не стоило напрашиваться. Моя магия сокрушит тебя. Да, мы обе курицы. И он тоже новичок, походу. Окей. Были дорогие карты, стали еще дороже. И особо ничего от этого не поменялось. Окей, мне аж два кольца попалось. Ну за что? Зачем, дяди? Пока. Ну блин, ну вначале день, ну что абсолютно? Здравствуй. Привет, чувак. Так, ну мне больше нечего. Ладно. Сделаем так. Зато у него карт много крутых, наверное. Окей. Бедный я. На все добивание. Ну да, откуда у тебя эти все карты? Так нечисто. Что теперь у тебя выпадет? Я тебе отомщу, я тебя ударю. Ой, блин. Это уже не смешно. Дайте мне нормальную карту, а? Нормальная карта в кавычках. Пускай так будет. Ничего страшного. Сдержу еще три дамага. Там, наверное, какой-нибудь орк с рывком на три дамага. Еще. Может быть. Мало ли, кто знает. Что же делать, да? Вау, вот это жестко, неожиданно было, честно. Не ожидал. Оставить мне нечего. Но если что, разменяемся картами. Просто. Давай, чувак, делай что-нибудь. Один выстрел, один. Ты решил не размениваться? Собачка, нет. А, какао не заморозить? Не ставить некого, существ вообще нету. Одни заклинания, блин. Четыре заклинания, одно существо. И то с хилкой. Ничего нормального нет. Они хотят специально, чтобы я проиграл тут. Вау, что это такое? Я никогда это существо не видел еще. Такое вот существо. Один выстрел, один. Провокаторов нету. Провокаторы, где вы, когда вы так нужны? Неожиданный поворот. Ой, хоть возьму. Надеюсь, тебе нравится моя изобретательность.
Волна огня, когда она по сути не нужна. Я готов выступать! Ты мой провокатор! Еще один! Да ты издеваешься, чувак! Вот это жестоко. Перу. Ладно, еще одна такая же карта. Почему бы нет? Окей. Мега ржака просто. Ладно, у меня таких два. Если ты так считаешь. Я не знаю, что мне делать. Ну, если ты так считаешь. Пускай эта карта остается. Да, она бы все равно не осталась. Один выстрел, один. Так, что ж. Точняк. Будыш, неожиданный поворот. А кому восстановить? Кто хотел увидеть книгу? Очень равная игра идет. Уже по 10 кристаллов. Да ладно, у тебя сколько там таких карт? Кого добьешь? Без разницы абсолютно было. Что там такое? Что-то жесткое. Держись за. Пусть посидит замороженный. Не знаю, зачем я это сделал. У меня есть большая! Поставить чуваку нечего даже. Давай добивай Вуду тогда. Без деньги! Поставил провокатора сраного. Я ненавижу провокаторов, когда они у противника. Все равно уже нечего тратить. У меня 4 карты. У меня нет ни одной нормальной сейчас. 10 карт осталось. Ну где вот эти карты, которые так нужны? Где Огр, например? Опа. Я думал, у меня другая немного карта. Я не заметил, что у меня клонирование. Кого вовсе? Ой, бедный гоблин. Его еще убили. Чего таращишься? Так и будем. 9 карт у обоих. Ставить нечего. Жесточайшая игра. Что? Чё надо? Я думал, мне вот еще один шар. Вот как, значит, ты решил. Тебе же придется его добить.
Блин, вот это игра вообще, а? Окей, вот и шарик. Никому, абсолютно никому не везет. И зачем, вот, спрашивается. К оружию! Я весь сплошь этот покрыт секретками, как видишь. Семка! Ну кто победит? Где мои огненные шарики? А, один я уже просрал. Где второй мой огненный шарик? Так. Ой, ну хоть что-то. Давайте уже добьем его. Ну дайте мне нормальную карту. 6 карт осталось. Окей. Не говори, чувак, что у тебя все заклинания, как у меня. Ой, хоть что-то. За нас жата. А ладно, еще. У него 3 карты осталось, короче. Опустошится эти колоды. Давай. Кого ударишь? Меня и ее. Кого? Меня ударишь, у меня секретка. Горилла провокатор. Окей. А вот хрен тебе. Понятно. У меня секреточка. Давай следующий ход. Кого мне убить? Все, одна как 2 карты осталось. Что-то он там затаил в рукаве, непонятно. Ничего не осталось ему, короче. Главное, чтобы эти карты выжили. Остальное уже будет. Чё там? Окей, опять консультант. Кому? По моей броне. Да, ладно, у меня тоже. Нежданчик. И что ты поставишь? Окей. У меня тоже заканчиваются карты. Я этим займусь. В кого вопрос? Пока оставлю. У меня кончились карты. Все. Усталость. И сколько урона он будет получать? Одна карта. Что за карта, мне интересно? У меня скоро кончатся карты. Вау. Это существо сможет атаковать в мой следующий ход. Пусть отдохнет этот элементарь. Чё там, усталость, да? У меня кончились карты. О, неплохо. Врата открыты. Неплохо. И сильно и быстро.
Я выиграл. Это была жаркая битва, но я выиграл. Волчья тропа ждет. Окей, я не выиграл. А он решил сдаться. Он неплохо сыграно. Он понял, что я выиграю. Спасибо. Наконец-то! Эта битва окончена! Победа! Злая курица. Окей, надо две победы тут еще. Зэби крутой. Золотую. О-о-о-о! 500 побед, да? Это сколько лет мне надо будет потратить, чтобы 500 побед? Ну ладно, лет это преувеличил, но все-таки. Может комплект один? Давайте один. Комплект. Хочу комплект. Ничего не знаю. Комплект хочу. Я заслужил сегодня комплект. О, эпическая! Да ладно. Вот как, да? На пауча. Что тут на друида? Так, существую в руку. А зачем? Вопрос. А, если он вдруг далеко сдохнет, стоит меньше. Так. Окей. В общем, как-то так Хардстоун затягивает. Но на этом мы, пожалуй, закончим. Но будем продолжать еще играть. Что, обязательно подпишитесь на канал, поставьте лайк, прокомментируйте и ждите новеньких роликов. Всем спасибо за просмотр, всем пока.